Ребят, привет. Не хотел поднимать эту тему, но, если честно, прям накипело. Прошло 3 года. 3 года. 36 месяцев. Что вот это за комментарии? Что вот это за комментарии? Что это за постоянные сравнения с 24-м местом? Хейтеры, идите нахуй. Вы уже. У нас все хорошо. У нас новая барабанщица. У нас двойной альбом, в котором 16 треков. Не 24, а 16, блядь. У нас впереди тур 20 украинских городов, потом фестивали и куча работы. Не верите? Придите, убедитесь в этом сами. Ну что, блядь, это за постоянные какие-то отсылки? 24-е будете как оторвать? Идите, блядь, хватит, блядь. С 24-м местом можно жить. Здравствуйте. Доброе утро. Какой вам? 24-й. Я голосовал за вас, кстати. Спасибо. Oh, shit. Ну і ми зараз проїдемо 20 українських міст під час промотуру «Ділер кайфу». А зараз на національному відборі на Євробачення за кого вболіваєте? ЖК надо и нет пополнить. Угу. Сейчас. Так, наши люди. 24. Тайм. 25. Ненавиджу вас всех. Вот так. Здоров. Здоров. Все, все вийшло? Так, чекаю, секунда. Все, як і хотів, перший ряд. Перший ряд. А місце? 24. А другий квиток? Так само 24. Серега. Бенг.